Короче, пошел дождь. Буду пробовать готовить под дождем. Уже фактически концовка видео, которая должна была быть началом. В общем, мне на день рождения еще товарищ подарил плоский казан вот такой вот. Вот. И я все никак его не трогал, ничего с ним не делал. Вот тут как раз таки сижу на больничном. Вот и решил, в общем, опробовать его. Просолил его, промыл его, прокалил его. И вот сейчас первое блюдо, которое решил на нем пожарить, это обычная картошка. Вот. Завтра, может быть, что-нибудь другое приготовим на нем. Как бы так. Дождь еще пошел. Очень вкусно получается. Она такая хрустящая. Внутри мягкая. Но на самом деле еще важен вид картошки. Вид под вид. Чем-то фри напоминает. Тоже будешь рыбу?